Ну, еще такие глаза. Спасибо. Все эти люди проходят мимо. Это совершенно не вписывалось в задачу создателей парка, которые планировали вот эти пространства для того, чтобы люди не проходили мимо, а для того, чтобы они садились здесь, внизу, гуляли и за стеклом смотрели на окружающую действительность, если будет холодно. Вот сейчас, конечно, теплый день, но когда будут дожди, а может быть даже иногда выпадет снег, то, конечно, хотелось бы, чтобы это пространство тоже жило и составляло естественную часть парка. Это была красивая идея, но эта идея не была реализована, потому что здесь нет ориентаторов. А почему? Это такой интересный вопрос. Как вы догадываетесь, довольно много людей, которые хотели бы занять эти территории для того, чтобы предлагать какие-то свои товары и услуги. Но, увы, у них это не получается. Это не получается просто потому, что город пытается найти некого одного мега-супер-арендатора, который сразу все возьмет в свою монополию, а потом эту монополию нарежет кусочками уже своим субарендаторам. Это такая феодальная модель. Она говорит о том, что государство просто не в состоянии контролировать ситуацию на вверенной ему территории и перепоручает этот контроль большому количеству своих вассалов. А уже эти вассалы потом платят сеньору, сеньор разбирается с государством. Так себе модель, прямо скажем. Во всем мире и в нашей стране сейчас много разговоров о создании кластеров. Кластеров, которые бы объединяли креативных, творческих, молодых и не только молодых людей, которые могли бы что-то создавать, предлагать обществу, людям продавать. И, в общем, всегда говорится о том, что вот для таких кластеров необходима какая-то недвижимость, какие-то дома, их надо покупать, обустраивать. Для Севастополя это не самая актуальная тема. Здесь достаточно много открытых пространств, благоустроенных, которые могут превращаться в ярмарки, ну, в режиме нон-стоп фактически. Мы вот сейчас сидим с вами в одном из таких мест, в парке Учкуевка. Но я не вижу здесь никаких желающих что-то предлагать. Я не вижу здесь людей креативных, которые бы что-то вам предлагали, продавали, давали пробовать. Почему? Я не сомневаюсь, что здесь, на Северной, таких людей вполне достаточно. Просто нету желающих, нету девелопера, в хорошем смысле этого слова, который мог бы объединить этих людей здесь, создать какую-то внутреннюю движуху, создать какой-то синтез совершенно разных групп и направлений, которые бы дополнили созданное ландшафтное и архитектурное пространство вот этим вот культурным, я не побоюсь этого слова сказать, содержанием. Обратите внимание, какое шикарное пространство, видовая площадка, внутренняя территория. Все это было бы идеальной частью, например, какой-нибудь фотостудии. И я, насколько понимаю, что такие бизнесы огромный интерес проявляют к этому пространству. Это дело не в продажах, и не в кафе, и не в еде. Дело в том, как проводят люди время. Для того, чтобы сделать это, нужно предпринять какую-то инициативу. Эту инициативу должно предпринять, как показывает практика, именно правительство, государство, муниципалитеты. И уже потом будет подтягиваться частный бизнес. По-другому у нас пока не получается. Вот такая вот странная история, когда все красиво сверху, но как-то пустовато изнутри. Печально.